26 лет, все еще в карьере впереди. Подача! Внимание! Удар! Тащит Кобзев! Добивание! Гол! 1-0 Ротор! Алексей Никитин! Выбил мяч Кобзев аккурат на ногу Никитину. Я Глебов. Дмитрий Бугаков, исполняющий обязанности главного тренера. Подача! Высокая, долгая, длинная скидка от Романа Войдаля, который остается бесхозной. Борьба за мяч в глубине. Комар возвращает его обратно в штрафную. А Рустамян технично. Вот такая подача. Удар 1-1. Александр Крикуненко на второй минуте второго тайма сравнивает счет. В стандарте и после него роскошная передача шведкой от Артура Рустамяна и Александр... Одной бровки, что бывает нечасто. Еще одна попытка проникающей. Сафронов. Сафронов. Подкат. Падение. Указывает на точку. Андрей Прокопов. Это пенальти. Посмотрим. Да. Опоздал. И сам все прекрасно понял. Как... Удар ногой! Акинфеев отражает мяч. Александр Костевом против Муром. Оно. Один в один оно. Главное не потратить бесцельно оставшееся время в этом матче. Навес. Опасно. Удар и гол! 2-1 Ротор! Дубль Алексея Никитина. Дубль Алексея. Эпизоды, мастерство индивидуальное, все решили в пользу волгоградского Ротора.